Частных инвесторов областные власти будут вовлекать более активно. Об этом заявил губернатор Владимир Якушев. Чтобы создать тепличные условия, правительство использует всевозможные способы. Это поиск необходимой площадки, налоговые льготы и административное сопровождение. По словам главы региона, к бизнесменам нужен индивидуальный подход. Одни просят не обнародовать их проекты, другим, наоборот, важно публичное подписание соглашения о сотрудничестве. Таким инвестором, к примеру, стала Ава Компания. У нее крупное лесоперерабатывающее производство. Специалисты холдинга уже подбирают площадки для заготовки древесины. Компания серьезная, как бы имеющая уже не одно производство, которая работает сегодня с рядом, скажем так, серьезных потребителей их продукции. Поэтому мы видим, что вот в таком нашем соглашении, вернее, за этим соглашением последуют как бы конкретные шаги и конкретные дела.